So, what do you think about the level of your team, game after game in this tournament? С каждой игрой наша команда все тяжелее и тяжелее игралась, но набиралась игровой практики и все равно добились того результата, которого мы и хотели на сегодняшний день. И я доволен, доволен игрой всех ребят. Спасибо организаторам за все. До новых встреч. Thank you.